Привет, меня зовут Алена, и сегодня мы вместе с вами будем распаковывать посылки с AliExpress. На этот раз у меня их накопилось не очень много, но в каждой из них по несколько заказов. Причем в одной из них точно есть парики, а я в последнее время на них помешалась. Ну что, давайте начнем с вот такой вот худенькой. О, я вспомнила, это я себе заказывала когда-то брелок. И мне попался Hello Kitty. Я обожаю Hello Kitty, если кто не знает. Я в детстве прям фанатела по ним. Боже, какая хорошенькая. А, она еще раскладывается, смотрите. Оп. Оп. У меня длинные ноги теперь. Это странно, согласитесь. Прицеплю ее себе на ключи, потому что моей бездонной сумке просто невозможно что-то найти. Так, двигаемся дальше. Начало мне уже нравится. Давайте возьмем самую большую посылку. Я очень надеюсь, что там мои парики пришли. Да, я вижу волосы. Мне на самом деле пришли они на обзор. Очень странный цвет, если честно. Вот такое вот выкрашенное омбре. Вот здесь у нас в корнях брюнетка. Потом у нас платиновый блонд. И снизу у нас что-то каштановое. Надо это как-нибудь померить. Не, как-то не так. Внезапно, да, такое? Ну, в общем, как-то вот так это выглядит. Я не фанат, скажу честно, не стрижки, потому что здесь у меня длинные прям волосы, а в конце прям коротенькие. Мне вообще по краске. Возможно, было бы лучше без вот этих вот коричневых кончиков. Но если сделать кадр немножечко уже, в общем-то, по-моему, неплохо, да? Не уверена. Напишите мне в комментариях, подходит ли мне этот цвет волос. Мне очень важно ваше мнение. Только обещайте не сильно смеяться. Я сейчас вам покажу, что мне китайцы положили в подарок. Серьезно? Всем привет, меня зовут Алена, и вы находитесь на странице моего бьюти-блога. Я же вам говорила, что скучно сегодня не будет. Маленькие, но удаленькие посылки. Ну что, двигаемся дальше. Возьмем вот такой вот белый пакетик. Это у нас бижутерия. Бижутерия. В общем, в прошлый раз я вам поставила условие, чтобы они мне высылали только минималистичные какие-то украшения. Вот эти вот крупные серьги, мне не нужны пластиковые. Я сказала, все максимально малюсенько. У них какая-то новая линейка. Это золотые украшения с намеком на радугу. И вот вам вопрос на засыпку. Как вы думаете, для чего я это сделала? Ну, конечно, чтобы подарить все это вам в очередном конкурсе. Давайте посмотрим, что к вам поедет в подарок. Первое мне попадается в руки вот такое вот колье, она же цепочка. Так, я извиняюсь, там локи у меня бесятся на этих моих париках. С очень простым минималистичным кулончиком в виде очень позитивной улыбочки. И в следующей коробочке это тоже цепочка с новой подвесочкой в виде жемчуга. Я, честно, очень люблю жемчуг. Надеюсь, вам тоже понравится. Они очень универсальные, кстати, их можно носить вместе. Сейчас очень актуально использовать слои. Чем больше, тем лучше. В общем, все, как я люблю. Двигаемся дальше. И это у нас уже браслет, все в том же стиле. Еще одна цепочка с двумя такими вот колечками. Обещайте, что вы будете носить это все вместе. Это очень круто будет смотреться, я вам обещаю. И что в последней у нас малютки. И это у нас браслетик, все в том же стиле. Ой, Локи, что с тобой делать? Условия конкурса, как всегда, очень простые. Если хотите выиграть всю эту бижутерию, вам достаточно подписаться на мой канал и оставить комментарий. Какие украшения вы любите больше всего? Или, может, какой вам камешек больше нравится? Мне, например, голубой топаз и жемчуг. Ровно через 2 недели после выпуска этого видео на своей странице в Instagram, вот это вот мой ник, я напишу, кто это все забирает. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И на сегодня у нас остается последняя вот такая вот желтая посылочка. Ее мне прислали на обзор. Посмотрим, что мне попалось. Это целый набор с гель-лаками, какими-то карандашами. Я даже не знаю, как этим всем пользоваться. Боже мой. Это точно набор для маникюра. А здесь у нас какие-то банки. Это базовое и топовое покрытие. В маленьких баночках у нас это похоже на гель-лаки. А что это за карандаши? В любом случае, это все поедет в подарок только к моей сестре. Она у меня фанат ногтей. Я уверена, что она с этим разберется. На сегодня все. Вам огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Все ссылки на показанные товары я оставляю, как всегда, внизу в инфобоксе. Нажимайте кнопочку «Развернуть», там все будет. А я вас всех целую. И пока!